Привет всем! Совсем недавно я был в одной компании с молодыми музыкантами. И они меня просили рассказать, как я, вот очевидец тех событий, воспринимал то грандиозное явление, которое происходило в начале 60-х годов у нас в стране, с появлением замечательной английской группы The Beatles. И у нас в стране с этого момента пошла так называемая битломания. Но так как я задался целью выпускать свои ролики не более 10-12 минут, то рассказать об этом в одном видео не получится. Придется выпускать несколько видеофильмов. Прежде чем рассказывать, я все-таки хотел бы осветить вкратце те события музыкальные, которые предшествовали до появления Beatles. И начать я хотел бы с 1957 года. Это был фестиваль молодежи и студентов, всемирный фестиваль, который проходил у нас летом в Москве. Я помню, была солнечная погода, у всех было веселое настроение, везде звучала музыка, было много молодежи, а я в то время был еще пионер, но многие песни мне очень даже нравились. Страна развивалась быстрыми темпами, это было очень даже заметно. Осенью запустили первый искусственный спутник Земли, мы были первыми в освоении космоса. Был построен атомоход «Ленин». Осваивались Сибирь и Дальний Восток. Годом раньше в нашей семье появился телевизор КВН-49. Это было настоящее волшебное окошко, через которое мы прикасались к искусству в то время. Вот та заставка, которую показывали днем, и ее сопровождала классическая музыка. Появились в продаже первые магнитофоны «Яуза». Музыкальный мир раздвинул свои границы, расширился. Теперь уже многие могли найти на приемнике в коротковолновом диапазоне какой-нибудь зарубежный хит, зарубежную радиостанцию и записать на свой магнитофон. Вот так неожиданно у нас появилась зарубежная музыка, которая звучала в то время очень часто и почти из каждого двора. Это был тот самый джаз и рок-н-ролл, с которыми власть боролась при помощи самой жесткой цензуры. Запретный плод сладок, и эта музыка распространялась по всей стране. А всех тех, кто вульгарно одевался и танцевал на танцплощадках, называли стилягами. Это была знаменитая Чатануга Чучу, которую все в народе называли Чуча. А хулиганы пели: «А по паркету ходит муха, а муха та была» и так далее. Вслед за фильмом «Серенада солнечной долины» американский певец Билл Хейли спел свой знаменитый хит «Rock Around the Clock». И он, как вирус, очень даже привился в стране советов и заразил миллионы молодых людей, которые с огромной жадностью и любопытством следили за популярной американской и европейской музыкой. Тем не менее, все любили смотреть наши отечественные фильмы по телевизору. А песни из этих кинофильмов почти всегда, что называется, уходили в народ и становились теми самыми хитами, только вот в то время это слово никогда не употреблялось. Платье белом тебя, ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда. Очень популярными в народе певцами были такие, как Георгий Отц, Марк Бернес, Клавдия Шульженко. Дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи весенние я
я могу о любви говорить, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Я могу... Любили смотреть и индийское кино. Замечательный фильм «Бродяга» как магнитом притянул к себе миллионы зрителей. Ну а песню Раджи Капура в переводе на русский язык исполнил замечательный азербайджанский певец в то время Рашид Бейбутов. Радж Капур покорил миллионы сердец всего земного шара. Ну а в теплых компаниях за столе народ в то время пел легендарную «Абарая». «Абарая, абарая, никто нигде не ждет меня». «Дорога вдаль зовет меня» – песня индийского вора. А вот и Рашид Бейбутов. Песня «Первой любви» была чрезвычайно популярна в народе. И ее пели повсюду – за праздничным столом, под гитару и под аккордеон, в концертных выступлениях художественной самодеятельности. Еще была одна не менее популярная песня в исполнении этого певца. «Я встретил девушку полумесяцем бровь». И там дальше в припеве: «Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла». Вот такие слова. Народ это пел с огромным удовольствием. Это было в то время настоящим хитом. Ну вот на этом я хотел бы закончить свой небольшой рассказ. Надеюсь, вы будете меня продолжать смотреть и слушать в дальнейших моих выпусках моего видеожурнала Music Sky. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Подписывайтесь на мой журнал в YouTube. Всего вам доброго. Пока.